Крем-суп или суп-пюре из брокколи и шпината – отличный вариант полезного первого блюда для тех, кто следит за своим здоровьем и фигурой. Смотрите, как приготовить крем-суп из брокколи и шпината. Я готовлю крем-суп из брокколи и шпината тогда, когда хочется чего-то быстрого, простого и сытного, поднимающего настроение и улучшающее самочувствие. Такой супчик наполняет организм витаминами и энергией, дарит желудку приятную легкость, а душе – удовольствие и счастье. Приготовив шпинатовый суп, вы убедитесь в этом сами. Промойте и разберите на соцветия брокколи. Промойте и разберите на соцветия брокколи. К луку и сельдерею отправьте брокколи и тертый на терке картофель. Обжаривайте овощи, постоянно помешивая. Когда овощи дойдут до полуготовности и станут мягкими, отправьте лимон, порезанный колечками, прямо с кожурой, а также соль и перец. Добавьте к овощам бульон, накройте суп крышкой и готовьте, пока картофель не станет мягким. После этого выключите огонь, добавьте мелко рубленый шпинат и дайте супу отдохнуть 1-2 минуты.